В одном большом, прибольшом городе. Вот он, город какой. Хорош, да? А это солнышко сияет. Когда светит солнышко, у всех хорошее настроение. А когда льет дождик, вот такое. Ну так вот, в этом большом городе живут мои маленькие друзья. Я могу рассказать про них множество забавных, грустных и всегда поучительных историй. Но сегодня... истории, когда нам с Дениской после каждой из них попадают. Это все потому, что они не слушают взрослых. А ты не вмешивайся, когда старшие разговаривают. Это Аленка. Она всегда сует свой нос, чужой вопрос. Аленка правильно сказала. Ты молчи, Лена. Четырех зубов нет, и три шатаются. Все вмешивается. Нет, я серьезно говорю. Смотрите сами. Оригинальные воздушные шары для веселой нашей детворы. Вам понравился какой? Красный, желтый, голубой. Вы уже знакомы. Это Леночка. Ей 5 лет. Вполне самостоятельная личность. Любит и риски, и не любит зубных врачей. Лен, гляди, 8-ю пью. А это Мишка. Любит играть во все игры. Только чтобы обязательно выиграть. Это же вещевая лотерея. Покупайте билеты поскорее. Каждому выиграть недолго. Легковую автомашину «Волгу». А можно выиграть сгоряча малолитражного москвича. Эй, парнишка, как зовут тебя? Мишка. Мишка, чего тебе надо на Мишка? Игрушку, картину, книжку. Ракету. Ракет пока весь нету. Нету, а мне вот так нужна. Привет, привет, привет. 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 Лен, давай меня. Я тебе дам увеличилку. А ты мне шарик подержай. Очень нужна мне твоя увеличилка. Если хочешь, на, подержи. Ой, зачем же ты его отпустил? А я его отпускал, это он сам улетел. Хорошо у нас во дворе. Тихо, спокойно. Ну да, обычная картина. Адские водители. Узнаете на голубой «Волге» Аленка? Алена! Здрасте!
Давайте, только мне сейчас некогда. А вот и Денис, фантазер и мечтатель. Вопрос своего полета на Марс считает решенным. Приготовить трап. Есть, приготовить трап. Открыть кабину. Есть, открыть кабину. Включить двигатель. Есть, включить двигатель. Давай зажигание. В 11-й побелка. Закончите, перейдете туда. Это в какой 11-й? У Кораблева, что ли? Да, у Кораблева. Так у нее уже в том месяце мы ремонт делали. В том месяце. Этот конструктор не успокоится, пока весь дом не спалит. Вот. Но Дениса называют не только главным конструктором. Он еще известен как обладатель пушечного удара. А за мечом отец зайдет. И прославился как... Чемпион мира и окрестностей Денис Кораблев! А сейчас Мишка ему воду на голову поставит. А тебе что? Иди на место. Але, хоп! Заела. Але, хоп! Есть желающий? Кто желающий? Боишься? Ну, может, ты хочешь? А я не желающая. Есть желающий? Пойдем. Ложись. Раз, два, три, четыре, пять. Так. Приехали. Костик, ты что на сырой земле разлегся? Ведь ты только после болезни. Мама, а меня переезжать сейчас будут напополам. Этого еще не хватало. Переезжать ребенка. Аким Иванович, да прекратите это безобразие. Не волнуйтесь. Вставай сейчас же. Аким Иванович, давай. Аким Иванович. Тихо. Машина арестована на 2 суток. Все. Маленьких обижать, да? Да, вас обидишь. А мяч в стекло кто? Митревели забил, да? Случайно. Я говорю, что не надо играть, а они не послушались. А тебя не спрашивают.
Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Все. Все. Баю, баюшки, баю, калатушек надаю, калатушек. Эй, принимай! Дядь Гриш, что это такое? Это фигурная отвертка. Фигурка отвертная. Отвертка. А для чего так много ключей? Как для чего? Вот, к примеру, если дверь какая-нибудь закрыта, я всегда ее могу открыть, если нужно. Небось, эту дверь нипочем не открыть. Какую ту? Вон ту. Пару пустяков. Зачем же вы над нами насмехаетесь, а? Думаете, что мы маленькие, насмехаетесь, да? Очень мне нужно тобой смеяться. Я сказал, что могу любую дверь открыть. Значит, все. А доказать-то не можете? Ох, и малый ты какой, приставучий. Дай ключи! Замок. Без слесаря ни одна ракета не взлетит, а то замок. А вы куда? Смотри, дядь Гриш, а тут мой велосипед. Как он сюда забрался? Мы-то его ищем. Вот чудеса в решете. Небось, оставили его где-нибудь. Зайди скорей. Сейчас. Пошел. Вперед! Ура! Ура! Что, слеза и приехали, да? Точно. А Дима Иван, дед Бузиди, а Дима Иван? Это в другой раз. Дима Иван, Дима Иван. Мишка, чего? Скажи, что я больше не буду. А он больше не будет. Это мы тоже слыхали. За машиной пришлешь мать. Ладно. И ты тоже. Ура! Тихо, тихо. Что случилось? Слышали радио? Второй космонавт приземлился. Герман Титов. Ну, ура! Ура! Воскресенье, день веселья, песни слышатся кругом. С добрым утром, с добрым. Леночка, я рукавчики чищу от стирова. Ладно, и с хорошим днем. Здрасте, Танечка. Утром, Лена, утром. Лена, что? Там на том дворе проверка идет. Какая? Выбирает, кто полетит на корабле. А куда? В космос. А нас возьмут? Не знаю. Вот хорошо. Бабушка, до свидания, я улетаю. Куда? В космос. К обеду вернешься? Ладно. Побежали. Баю, баю, и баю. Аленка, тише ты. Конечно. Ты что вот ты? Вот честное-пречестное. Бежим. Спать. Приготовить горючее есть. Пиши тут восток 3. Есть. Костик, на проверку. Тебе что? Миша, а ты нас примешь играть, Гагарина? Девчонок, не принимаем. Подумаешь. А ну-ка, проходите, гражданочки. Тащи третью ступеню. На, пожалуйста. Давай. Антенну пониже. Что ж ты тут пишешь? Здесь О нужно, а ты А написал. Тут голова. Дыши. Не дыши. Дыши. Повернись. Дыши. Не дыши. Дыши. Покажи язык. Чё прячешь весь? Ого, какой длинный. Не годишься в космонавты. Следующий. Игорь, на проверку. Эй, вылезай. Температуру мерить. Смотри, сиди.
48,6. Ладно, идите. Дыши. Повернись. Денис, а ты нас примешь играть в Гагарина? Ну вот еще, пищать будете. Вот честные дошкольные, не будем пищать. Не дыши. Да я сейчас хлопну. Хлопнешь, значит, не годишься в космонавтов. Проходи. А Гагарин сказал, что девочки тоже будут космонавтами. Когда он сказал? Надо радио слушать. Что ж ты раньше не говорила? Иди сюда. Дыши. Еще. Еще. Не дыши. Пожалуйста. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Ну и что? Проверим на невесомость. Пошли. Садись. Садись! Есть! Привязывай! Есть! Приготовились! Есть! Старт! Космонавты, смирно! Опустить на землю! Папа, мы на Луну собирались лететь. На Луну? Завтра. А сейчас время позднее, пора по домам. Денис, айда с нами арбуз есть. Нет, я маму подожду. Ну, как хочешь. На вечернее питание, шагом, марш! Денис, я скоро приду. Ну что, примете нас? Завтра ответ. Добрый вечер. Здравствуй. Вот уже все родители нашего двора пришли, а мамы все нет. Вот если бы я знал, что меня мама ждет и хочет есть, и скучает, я бы побежал к ней на край света. Вот уже и Мишка с папой по чаю пили. А мой папа опять уехал на Урал. Он всегда уезжает туда, где строит. Наверное, это очень интересно, быть инженером и строить завод. Поиграть, а? Не, домой не дам. Слушай, давай меняться, а? Я тебе дам два барбадоса, одного ты мало, а? Сравнил барбадос с самосвалом. Это же машина.
сам сваливает, да? Да. Сам нагружает? Да. А хочешь, я тебе дам спасательный круг, а? Так он тебя лопнутый. Ну ты его заклеишь. А купаться где? В ванной по пятницам, да? Интересно. На. Ну как? Не пойдет. Не надо. Как хочешь. Добрость. Что это? Ты приоткрой и увидишь. Мишка, что это? Это светлячок. Что, хорош? Угу. Он живой, не думай. Навсегда. А мне дай эту звездочку. Я ее домой возьму. Ну ладно. Ну, я пошел. Миша, а где Денис? А там он. А здрасте, где? Тут, здрасте. Дениска! Мам! Мам, а где что было? В институте. Ты же знаешь, экзамены сдавала. Я тебя так долго ждал. А что купила? Во. Тебя совсем нельзя оставлять одного дома. Смотри, какой устроил беспорядок. Ну, что это такое? Положи на место. А это? А где твой самосвал? А я, мам, променял его. Это интересно. На что же? На светлячка. Вот он, в коробочке живет. Погаси-ка свет. Смотри, мам. Правда, как в сказке? Да, конечно, это волшебство. А все-таки как ты мог променять такую ценную вещь, как самосвал, на этого червячка? Мам, я так долго ждал тебя. Мне было так скучно. А этот светлячок мне показался лучше любого самосвала на свете. Ну чем же? Чем же он все-таки лучше? Мам, как ты не понимаешь? Ведь он живой. И светится. Светится. Иди-ка ложись спать. Thank you.
зарядку, на зарядку, на зарядку. Становись! Да, доброе утро. Угу. Ну, как хотите, так и поступайте. Только я не советую вам скрывать. Нет, нет. Ну, знаете, как говорится, тайное всегда становится явным. Да-да. До свидания. Садись, завтракать. Хватит, хватит. Мам. Ну, ничего, хоть одно. Мам, а что это такое? Тайное всегда становится явным. Ну, это значит, что если какой-нибудь человек поступает нечестно, то про это все равно все узнают. Ему будет очень-очень стыдно. Понял? Угу. Ну, давай, завтракай. Видеть не могу манную кашу. Ешь безо всяких разговоров. Посмотри, на кого ты похож, вылитый Кощей. Кощей. Ну, ешь, тебе надо поправиться. Я ей удавлюсь. Хочешь пойти в зоопарк? А сейчас еще рано. Ничего, зато ты будешь первым. Представляешь, ты приходишь в гости к тигру. Угощу рыбкой. Нет? Ну тогда конфетку Мишку на севере вы любите? Приятного аппетита! Thank you.
Хочу ли я в зоопарк? Смеешься ты, мам? Нет, правда. Ну, конечно, хочу. Ну и прекрасно. Съешь всю кашу и пойдем. А я пока поглажу тебе костюмчик. Только помни наш уговор. Съешь всю кашу до дна. Договорились? Ладно. Может, сахару не хватает, а? Мам, я же говорю, что она густая. Прям топором не разрубишь. И комки. Ешь, не выдумывай. Ешь. Вот если бы она была жидкая, я бы зажмурился и выпил. А так, ну что делать? Хренно. С хреном все на свете можно съесть, можно съесть. Ай да, Дениска, ай да, парень, молодец. Съел всю кашу до дна? Ну, вставай, одевайся, рабочий народ. Сейчас пойдем с тобой в зоопарк. Здравствуйте. Здравствуйте. Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А что вам нужно? А еще интеллигентный человек. Слушайте, по какому такому праву вы врываетесь в мою квартиру? Ни с того, ни с сего, еще качайте здесь головой. Ага. Ну как вам не стыдно? Государство предоставило вам новую квартиру со всеми удобствами. И, между прочим, даже с мусоропроводом. А вы? А что я? Придется составить протокольчик. Фамилия? Кораблева. А что случилось? Имя, отчество. Антонина Васильевна. Зачем за окно всякую гадость выливаете? Что? Я говорю, зачем за окно всякую гадость выливаете? Это неправда. Я за окно ничего не выливаю. Ах, не выливаете? Нет. Интересно. Пострадавший, войдите. Свидетели подождать немножко. Пожалуйста. Вот. Фотографироваться шел к юбилею. Вот
какая история. Повернитесь. Вот. О. Каша. Манная. Чья это работа? Садитесь, пожалуйста. Жжет. Осторожно, вещественное доказательство. О, сквозь шляпу жжет. Ну какое же может быть тут фото? Извините, пожалуйста, это просто несчастный случай. И мне очень-очень стыдно. Разрешите, я вас почищу? С меня достаточно, я уж сам дома. Придется в следующий раз оштрафовать. А может быть, и арестую. Вот это правильно. До свидания. До свидания. Прошу. Ну что ж, Ванна, к нам голову поднимать. Да, мам, ты правильно сказала. Тайное всегда становится явным. Ты это запомнил? Да. На всю жизнь? На, вымой. Здорово. Здорово. Мишка, смотри, что это? Сам едет. Вот никогда не видел, чтобы велосипед ехал сам. Автомобиль, понимаю. Ракета, тоже очень просто. А велосипед, непонятно. Девочка, присмотри. Это Дворникова племянник и Федьки машина. Велосипед с мотором. Он к ним по делу приехал, чай пить. Знаешь, он какой парень. Он первым на Луну записался лететь. Ну да, вот тебе и ну да. Эх, на такой бы машинке прокатиться. Ну-ка, проходите отсюда. Это почему? А ты что, сторож? Хоть бы и сторож, а тебе что? А, вот ты тут стоишь, а вон там твоя мама. Тебя ищет, с ног сбилась, кричит. Где? Вон там! Мама! Садись, прокатись кружочек другой, и мы его поставим на место. Федька узнает, голову оторвет. Да не бойся, не оторвет. Полная тайна. Да ты что, Мишка, сдурел? Ты разве не знаешь, что все тайное всегда становится явным? Да не бойся, не станет. А я тебе говорю, станет. Я говорю, не станет. Я тоже думал, что никто не узнает. А вот сегодня утром убедился. До милиции дело дошло. Ну да. Я кашу за окно вылил и дядьку прохожего окатил. Да что такое совпадение было, что начал кашу за окно выливать. И дядьку прохожего окатил. А тут что? Федька чай по три чашки дует, да еще разговаривает. Садись, никто не узнает. Эх. Вот ты гляди. Кто тут повернешь, а вот тут крутанешь, а вот тут педаль нажмешь. И все пойдет как по маслу. Ну, так, давай. Жми педаль. Газ, газ, давай! Давай! Денис, ты куда, Денис? Я больше не могу, я устал! Машины лучше в мире нет, на спор с любым шофером обгонит всех велосипед, велосипед с мотором. Меня учит велосипед, велосипед с мотором. И нас учит велосипед, велосипед с мотором. Я в космос тоже загляну без лишних разговоров. Меня доставит на Луну велосипед с мотором. И нас доставит на Луну велосипед с мотором. Летит моя машина во степи, я благодарен. За то, что стал я лететь не так космонавт Гагарин. Теперь он больше лететь не так космонавт Гагарин. Браво! Прямо как цирк!
проведите нас, пожалуйста. Проведи, пожалуйста. Кого-нибудь одного. Стакан лимоновый дивот и за кошку кувырком. Но это не важно. Ну так кто? Я. Проведите меня, пожалуйста. Не могу. Я уже. Я вас очень прошу. Куда ты? Простите. Я же первая подошла. Подождите, как это выглядит? Вас много, а я один. Что-то устройте, пожалуйста, меня. Простите, гражданин. Мишка, хватай машину,
Ты зачем машину взял? Это что тебе, игрушка, что ли? А ну-ка, стойте, ребята. Держи. Держи. Держи, девочка, ведро. Стой! Стой, тебе говорят, стой! Эй, куда ты? Стой, говорят! Ну, я тебе покажу. Не пожаловался. Говорила тебе, тайное всегда становится явным. Лучше уж спрашивать. Это просто не везет. Не везет. Это опять из милиции. Аким Ивановича спрашивает. Да, всегда, когда кого расыскивают, через дом правления действуют. Пропала я совсем. Наверное, что-нибудь испортилось в машине. Теперь меня оштрафуют. Знаешь что? Сейчас я сбегаю на разведку. Вот если дело плохо, я скажу, что тут утром, в Владивосток уехал. А ничего особенного, я тебе свистну. Да ты свистеть не умеешь. Я? Девочка, где тут 11-я квартира? Вы всегда пойдите вон туда, на самый низ. Во! А я не знаю, где 11-я квартира. Ну что ж ты такая бестолковая, девочка? Я не бестолковая, я толковая, будьте спокойны. А где мне найти Дениса Кораблева? А я с ним не играю. Дядь, а зачем вам Денис Кораблев? А затем, что ему есть посылка. Вот. Посылка? Это ты, Денис Кораблев? Я. А что? А то, что тебе есть посылка, Денис Кораблев. Да, кто вы будете по специальности? Я? Да. Никто. Я по специальности никто. Значит, посылка не тебе. На посылке указана специальность. Читать умеешь? Умею. Вот тут же ясно сказано. Похитителю собак. Ведь это же специальность, а ты говоришь никто. Да это он похититель. Только это не специальность. А что? Это прозвище такое, шуточное. Интересно, откуда же это у тебя такое прозвище? А, это у нас такая история была. Вон Мишка знает, да, Мишка? Ага. Ну? Мы прошлым летом с Борисом Клементьевичем ездили к морю.
Дядя Боря, это Мишкин дядя. Да, моя мама, брат. Ученый человек, рыб морских изучает. Он нас взял с собой, чтобы мы отдохнули. И мы в первый раз увидели море. Знаете, оно какое? Черно-черное, а синее. Мы там здорово научились плавать в масках и с ластами. Один раз мы нырнули глубоко, километров на 50. И знаете, кого мы там увидели? Китов. Осьминогов. Потом на нас напали акулы. Много? 100 000 Миллион? Да. Ох, и сочинять вы мастера, ребята. Чё, правда? Нет, ты лучше скажи, почему тебя похитителем собак-то назвали? А-а-а, это вот как было. Была у дядь Боя собачка. Ее звали Чапка. И с ней случилась вот какая неприятная история. Ну что сидишь? Иди купайся, а я пока позагораю. Ну иди, иди. Пошла вон! Знаете, все так вот троится. Безобразная собака. А, Денис, хорошо, что ты пришел. Отведи-ка ее домой и запри. Не умеет вести себя в общественном месте. А я все-таки пойду искупаюсь, ладно? Ладно. Ну, иди. Придется мне заняться твоим воспитанием. Ты чего не смотришь в глаза? Стыдно. А? Ах, скучно. Ну, ничего. Сейчас будет весело. Сначала у нас будет урок пения. Я буду играть, а ты петь. Да,
Денис, пойдем рыбу удить. Я чапку стерегу. А ты ее дома запри, бери сетку удочки и догоняй меня, ладно? Ладно. Я тебя буду ждать у тихой бухты. Вот видишь, теперь будешь дома сидеть, Борис Клеменча дождаться, а я пойду с Мишкой рыбу удить. Что? И не сердись. Не обращай внимания. Вот это да. Это значит, я дверь плохо перекрыл, да? А ты хитрая, удрала. Ну и умна. А там Мишка, наверное, уже всю рыбу перетаскал. А я тут с тобой возись. Это кто тебя привязал? Пошли домой. Идем. Вот видишь, непослушная собака. Чего упираешься? Чапка, я тебе сказал дома сидеть, а ты убежала. Никакой дисциплины. А ну пошли, пошли, я тебе сказал. Все равно будешь дома сидеть. Иди. Еще лает, сейчас запру. Чапка? Ты что, мне смеешься? Ты почему на меня смеешься? Перестань. Чапочка, иди ко мне. Чап. Не трогай нашу машину. Больно нужна мне ваша машина. А если не нужна, так уходи отсюда поскорее. Когда нужно будет, тогда и уйду. Чапка, вылезай. Я кому сказал, вылезай. По-хорошему говорю. Вот я все Борис Клеменчу расскажу, какая у него хорошая собака. Ну? Вылезай. Как же мне ее поймать? И тут я вспомнил, что недавно смотрел картину «Тропой джунглей». Там показано, как в Китае ловят обезьян сетями. Я подумал, что если бы я сейчас попал в джунгли? Ah!
намазал. Окно тоже. Как же ты ухитрился убежать? Ах, вот ты откуда удрала. Вылезай. Прячь морду. Слышишь? Я кому сказал? Раскинулось море широко, и волны шумят вдали. Товарищ, мы едем домой. Мишка! Чего? Чего несешь? Во! Ого! Я вижу, у тебя здорово клювало. Да, порядочно. Просто не успевал вытаскивать. Знаешь, там все крупные. Каждый по полкило. Во? Да не вов, вот. Ого. Пойдем-ка отнесем вот эту рыбу тете Тане. Она на муху сварит. Пойди муху, обратно пойдем рыбу ловить. Может, ты что-нибудь поймаешь. Бежим. Украли. Что? Украли. Кого? Бобку, Бобку моего украли. А у меня Люську. Вы не видели мою собачку, Бобку Люську? Не видали? А малец таскал, вон он! Который? С рыбками или маленький? Маленький, я его знаю. Кто это? Дай моему маму. Не знаю. Где моя Люська? Держи его, Павлик, окружай, окружай вот этого маленького. Отдай Люську. Я его поймаю. Держи. Ты куда полез? Отдай моему Бобку. Держи ты. Thank you.
же, отдай ему бабку, негодный мальчишка. Где моя Люська? Куда ты ее увел? Признавайся. Отойдите от забора. Я никакого бабку не знаю. И Люську тоже в глаза не видал. Что вы на парень ребенка? Сейчас как позову тетю Таню, все его у меня запляшете. Мишка, быстрее, а то они меня растерзают. Главное не слезать с забора, держись. Это соучастник. Не иначе их тут целая шайка. Шайка. Эй, на заборе. Отвечай сейчас же. Да. Где Люся? Сидите сами за своей доченькой. А, сейчас я его достану. Ну, брызай сюда, деточка. Вот так. Давай. Стой, Павля. Давай-ка я тебя подсажу. Ну-ка. Ни за что не залезть, потому что ты не знаешь, за что цепляться. А у меня этот забор второй отлаженный. А вот и залезу. Осторожней! Осторожней с ребенком! Ничего с вашим ребенком не будет. Тюфек! Не умеешь лезть, так не берись. Ага. Так, сейчас. Сюда. Раз. Оп. Два. Ага. Надо быть ловким и проворным. Подходи, да? Стойте! Быстрее, а то они меня растерзают! Стойте! В чем дело? Безобразие, вот что. Ни в чем не дело. Просто этот мальчишка ворует собак, да. Он у меня собаку украл, Люську. А у меня Бобку похитил негодный мальчишка. Да что вы, ни за что не поверю. Я сам видел, он нес нашу собаку в сетке за плечами. Ну как же, ребенок же сам все видел. Я твою собаку нес, я нашу Чапку нес. Она из дома удрала. Ну вот видите, нет, надо разобраться. Этот мальчик, в общем, довольно положительный тип. К чему бы ему вдруг стать на стезю преступлений и начать воровать собак? Ты брал собак? Я ж говорю, я нашу Чапку нес. Ну вот видите, нет. Надо разобраться. Денис. Прошу пройти в дом. Спасибо. Пройдем. Это безобразие, красть чужих собак. Возмутительно. Я буду жаловаться в милицию. Слезай, приехали. Это еще что за баррикады? А это к чему? Прошу вас. А, вот видите, я же говорил. Люська! Иди сюда, иди, Люська! Моя красавица, иди, моя красавица. Вот с какой стороны ты раскрылся, я этого не ожидал. Ты зачем напихал полный дом чужих собак? Я думал, что они Чапка. Посмотрите, одно лицо. Погодите, это же не мой Бобка. Это не наша собака. Совсем не... Вот наша собака. Отдайте мою Люську. Пожалуйста, возьмите вашу Люську. Бобочка, идите. Да нет, давайте разберемся. Да подождите, давайте. Это не моя собака. Давайте посадим их рядом и разберемся, где чья собака. Хорошо, пожалуйста, сидеть. Люсечка, Люсечка, ну поди ко мне, поди ко мне. Ух ты, моя куколка маленькая, ух ты, моя куколка. Бабочка, иди ко мне, моя умница, иди, моя хорошая собака. Так что ничего нет удивительного, Денис, что ты обознался. Эти замечательные собаки скотч-терьеры удивительно похожи друг на друга. Ведь сегодня, по совести говоря, не мы узнали собак, а собаки нас. Так что ты, Денис, ни в чем не виноват. Но так и знай. С этих пор я буду называть тебя похититель собак. Не верите? Это все чистая правда. Провалиться мне на этом месте. Ладно. Распишись. Здесь? Вот тут, да. Ха, клякс посадил. Зато без ошибок. Ну, счастливо оставаться. Пока. Ого, карандаши, штук 100. И зачем они тебе? Как зачем? Рисовать. А это что? Кисти. Да еще какие мягкие. А что ты будешь рисовать? Картины. На стене, как в музее, видел? Ага. Ух, жаль, красок нет.
А я знаю, где есть краски. Где? Где? Вон на том заднем дворе, где сейчас ремонт идет. Знаем, что мы с неба свалили. Конечно. Там их много, даже разведенные. Ага, и стены есть незарисованные. Пошли. Вот это дело. И я с вами. Ты еще маленькая. Ничего я не маленькая, мне уже 5 лет. Хорошо живут на свете мастера, мастера. Только лучше жизни нету маляра, маляра. Он всегда вполне свободно вам покрасит шалу. Вот и желтый, красный, голубой и вам вообще любой. Если мне эта краска несколько стара, да стара, и опять-таки забейте маляра, маляра. Он всегда вполне свободно вам покрасит что угодно, желтый, красный, голубой и вам вообще любой. Ну, Денис, здорово поешь. Быть тебе знаменитым артистом. Ребята, узнаете, сколько время? Постой-ка, Дениска, Дениска. Это что у тебя такое? Это подарок прислали. Карандаши, кисти. Малярничать, значит, будешь. Ясно. Да, вот только красок нет. Половина двенадцатого. Спасибо. Девчата, айда обедать. Ребята, перерыв. Как обед, так они первые. Ну ладно, мы за вами. Ребят, только там ничего не трогать, ладно? Денис, что, бери-ка свои кисточки. Макай, начинай рисовать. Ты что рисовать-то? Интересно бы поработать, дом бы покрасить. А у тебя таких больших кисточек нет. А, ну это мы сейчас достанем. Ой, Лена, коробочка какая! Кнопочки, как на баяне. Чижик! Пыжик! Ух ты, как здорово! Да что ты делаешь? Вот так можешь совсем улететь, а нам с тобой отвечать. Денис, держись, опускаю! Держусь! И больше не трогай. Знаешь, какая высота? 2500 километров. Хватит врать. Ну ты! Ребята! Ну что тебе? Интересно, если покачать этот насос, краска пойдет? Не пойдет. А вот спорим, пойдет. Сейчас проверим. Мишка, качай потихонечку. А я сейчас что-нибудь покрашу. Давай, качай. Шипит. Как змея. Сейчас я краник поверну. Как одеколон Лихмахерской. Ура, я сейчас дом буду красить. Если бы я стал маляром, я бы все дома в городе перекрасил. Не люблю, когда они одинаковые. А так, веселее. Ура, красим! Пошло, пошло, поехало! Ну-ка! Ну и чудеса! Слабая нога! Без синяков, без царапин. Здорово получается! Подставляй вторую! Люди добрые, как красиво, ноги, как у настоящего индейца. Сейчас я ее покрашу с головы до пят. Крась ее скорей. Давай, люди добрые, крась тебя с головы до пят, чтоб я была настоящая индейка. А волосы красить? Ну, конечно, красить! Красить скорей! Хе-хе-хе! Готово! А меня? Становись! Миш, качай! Крась ее всю!
Наше белье на веревке сушится. Красть его скорее! Это мы живо! С этим делом мы быстро справимся. Раз, два. Миш, твоя рубаха готова. А теперь полотенце красть. Полотенце, пожалуйста. Готово? Я пойду покачаю, а ты пока мисс простыню отделай. Чтобы еще покрасить. Денис, вон новую дверь на конторке. Раз скорее. Снизу вниз. Снизу вверх. Наискосок. Сверху вниз. Снизу вверх. Наискосок. Раз скорее. Снизу вверх. Наискосок. Снизу вверх. Сверху вниз. Сверху вниз. Что вы делаете? Я же говорила, что не трогайте. Ленку на помощь позвать. Сейчас. Лена! Денис! Миша! Аленка! Пойдите-ка сюда. Садитесь вот на эту скамейку. Вот так. Ну что, голубчики, повесили носы, а на душе, небось, кошки скребут. Скребут? Лена, я тебя спрашиваю. Отвечай, скребут кошки? Еще как скребут. Ну и правильно, что скребут. Так вам и надо. Еще мало вас наказали. Вас наказали или нет? Да говорите же, у меня сейчас терпение лопнет. Конечно. Вон Аленку в семи водах мыли. Еще с Купидоном. Ну а вы, главные заводилы, как ваши дела? А ведь вы уже большие. Хотите работать как взрослые? Учиться надо. Мы вам все в этом поможем. А так разве хорошо получилось? Куда уж хуже. Ну так как же будет? А мы больше не будем. Ну ладно, если даете слово не озоровать и не совать никуда своего носа, как говорится, без спроса. Даем, даем, даем. Честно, октябрятское, даем. Ну тогда бегите. Куда же вы, стойте! А попрощаться? Ведь это же невежливо. У вас здесь только друзей, а вы... Вы что, окаменели, что ли? До свидания!